Сегодняшняя наша тема – острый насморк. Ринит это, или насморк – это воспаление слизистой обложки носа. Различает острый и хронический насморк. Острый насморк, самые частые заболевания человека вызывает его вирус, невосприимчивость, к которым после выздоровления сохраняется лишь короткое время. Часто к вирусной инфекции присоединяется, то есть бактериальная суперинфекция, преимущественно коковая флора. Коковая флора как типа доминирует. При переохлаждении имеет значение как фактор, который способствует возникновению болезни. Кроме того, существует и другие факторы. Пребывание в помещении с излишне нагретым и сухим воздухом, низкая общая сопротивляемость организма, стресс и так далее. Насморк свойственно повышенная контагиозность, заражаемость, путь распространения преимущественно воздушно-капельный, но возможна контактная передача через руки, посуду и предметы. Инкубационный период, который составляет, то есть продолжается от 1 до 7 суток. Клиника различает три стадии болезни. Сухие стадии. В начале заболевания наблюдается легкие недомогания, могут отмечаться субфебрильная температура тела, сухость, щекотание в носу, чихание, легкие боли в глотке, ощущение сдавливания головы. Первая стадия продолжается от нескольких часов до суток. Для второй и третьей стадии характерна прогрессирующая заложенность носа. Давайте повторюсь. Для второй и третьей стадии характерна прогрессирующая заложенность носа. Слизистая оболочка полости носа приобретает пурпурный красный цвет, резко оттекает. Стадия серозных выделений характеризуется обильными водянистыми выделениями из носа и значительной заложенностью носа. Усиливается головная боль и снижение обоняния. Продолжается от 2 до 3 суток. Стадия слизистая гнойных выделений. В этой стадии количество выделений уменьшится, они становятся слизистыми. А при присоединении бактериальной суперинфекции гнойным продолжается эта стадия от 2 до 3 суток, в следующие 6-12 суток конечной фазы могут появиться симптом опускания инфекции, распространения ее на глотку и гортан, которые проявляются болью в горле, хриплостью голоса, кашлем и так далее. Если воспалительный процесс привлекается околоносовой пазух, то появляется боль в участке их проекции, либо переносится и в щеках.